снова здравствуйте! С вами «Последние новости». В этом выпуске мы поговорим об Александре Легкове. Олимпийский чемпион Сочи Александр Легков прокомментировал выступление российского лыжника Сергея Устюгова в спринтерской гонке на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Инцидента с Клебой не было бы, если бы Устюгов со старта побежал очень быстро. Его плюс был именно в этом. Даже если бы он проиграл на финише и приехал третьим, его забег был бы одним из самых быстрых, и он смог бы выйти в финал как lucky loser. Приводит слова бывшего спортсмена средства массовой информации. Легков также поздравил Ретивых с бронзовой медалью. «Очень рад и счастлив за Глеба. Он классный парень, молодец. Бронза для него – это очень здорово, тем более в такой компании», – добавил Легков. А мы желаем всем российским спортсменам здоровья и позитивного настроя. Пусть они радуют своих поклонников новыми яркими выступлениями. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!